Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Вышли мы на финишную прямую по журналам «Юный техник» для умелых рук. Осталось 10 штук. Давайте бегло посмотрим. Что-то мне за 80-й год вообще не понравилось. За 81-й, наверное, скорее всего, тоже. Там, вот смотрите, какое начало. Я сначала подумал, у меня дежавю. Да нет. Так, вот 80-й номер один, а вот 81-й номер один. Статья один в один, верхом на доске. Что-то в редакции, как я говорил, какие-то проблемы. Так, один. Даже меньше 10. По-моему, 8 штук всего. Четвертую нету. Давайте бегло посмотрим. Это мы уже видели. Скейтборд. Смотрите. Опять не разрезаны. И такая штука, как я говорю, попадала в 90-е годы. Нет. Не скреплено. Скрепок тоже нет. Что-то в Советском Королевстве стало не то. Так, разрезали. Снежная карусель. Варианты, как съезжать с горы. И где-то это я уже видал. Опять повторяю. Да. Стоп. Сейчас я найду первый. Ну-ка. Я же где-то видел. Вот. В этом же. Причем вот этот лист, он такой же, как и в том экземпляре. Начали уже повторяться. Причем с интервалом 12 месяцев. Так, спальный мешок. Управляемый сани, где-то это я видал, только под другим названием. Такие санки. Всегда мне хотелось такую штуку сделать в то время. Костюм для фигурного катания. Шапочка и шарф. В Снежном Королевстве. Где-то это уже я видал в каком-то журнале. Да, эту картинку точно где-то видел. Конечно, такое не строили, но крепости были. Сейчас интересно, современных детей заставишь шары катать снежные. Так, ПТ-76 модель. Картон. Из картона. Так, воздушные для модели всегда мне хотелось выстругать. Так. Даже 7 кубические были. Причем они для каждых кубиков отличались, винты. Ну,
Тут отливки даже какие-то. Двигателя и будущего транспорта нет, это какая-то фигня. Монтажные прищепы. Ну как и для древесной породы нам, скорее всего, не понадобится. Номер три. Переправа. Переправа. Вот игрушка. Человечек. Или не игрушка? Нет, это не игрушка. Мне сначала показалось, это игрушка. Это нет, это... Самому спускаться. Уголок для школьника. Столики, парты. Супер траулер. Самодельные шестеренки. Техника макраме. Что-то кончилось сразу все. Ну да, как и 80-е, что-то вообще. Модель железной дороги. Угу. КДР-ска за 75 рублей не хотите? Так, что не все... Интересно, хозяин этих журналов хоть их распечатывал. Подписка есть. Их можно смотреть, я говорю, получится один большой лист. Или два, я уже не помню. Да, модель. Так, в общих чертах. Рельсы. Из чего? Из жести гнуть. Штамповать. Вот она получается какая. Ну это шедеврально, кстати, если такие были рельсы. Обычно из проволоки делали. Алюминиевые. Ну, шпал это брусок. Очень интересный. Что-то интересное. Шлагбаум. Значит, кто-то делал. Единственный экземпляр все равно она была. Даже звуковой сигнал. Светофоры. Так, почему двух? Сколько я помню, три должно быть. Работают автоматически. Связаны с...
Стрелка шлагбаумов. Интересно, хоть что-то попалось. Так, ну, продолжение следует. Досмотрим. 80-й год. До новых встреч.